Так, это у нас 7 августа 2021 год. Харьков, 4:41 по Киеву. Начал запись с того момента, на котором закончил предыдущую, ISO было 800. Дабы почувствовать разницу в освещенности и в качестве изображения. Ой, вообще все темно и мутно, да? Ты представляешь? Да, нечего снимать на таких настройках. Ну, после Юпитер снимем. Ради чистоты эксперимента. ISO 800 это то, как у нас объективно выглядит освещенность. Ну, не объективно, так как я ее вижу своим Homo sapiens взглядом, насколько мне зрение позволяет светочувствительность. ISO 800 на Nikon Coolpix 5000 это примерно то же, что ты можешь наблюдать глазами. Сейчас настройки ISO 125, это Юпитер. Нет, не вижу даже. А, ну вижу, хорошо, экваториальные полосы, даже спутники вижу в окуляре. Ну хорошо, на экране это будет все мутное. Темная лабудень. Переключаемся на ISO 400. Не хочется кадр заканчивать просто на темном экране. Давай нам еще раз улыбку чеширского кота. Такую же темную и беспросветную. 4:45 по Киеву в Харькове.